В связи с пандемией пожарно-спасательному центру потребовалось перевести обучение на дистанционный режим. Для подготовки преподавателей учебно-методического центра обратились к коллегам из Державинского университета. Ежегодно в наших стенах проходит обучение в порядке 2800 до 3000 человек. Основное направление – это обучение руководящего состава Тамбовской области, руководящего состава организации по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности. Мы готовили материалы, вели семинарские, практические лекционные занятия для того, чтобы преподаватели данного центра смогли в условиях пандемии, в условиях неопределенности вести занятия не только в очном формате, но и с использованием самых современных цифровых технологий и образовательных платформ. Накануне здесь подвели итоги обучения. Преподаватели учреждения получили удостоверение о повышении квалификации.